пароль для встречи с лордом Кардиганом? Что это еще за чушь? Спокойно. Он у меня в кармане. Не зевать. Без моей проверки никого не пропускать. Кардиган зашел слишком далеко. Думаю, я сам обращусь в Скотланд-Ярд. Ну же, господа. Я был уверен, что мы объединились против этого закона. That is totally unacceptable, you thief! Балаклава. Ну, конечно. Тихо. Мне просто нужно попасть внутрь. Ладно, ладно. Только не бейте. Having a laugh. Простите, господа. Сержант Аберлайн из Скотланд-Ярда. Так где ведется эта скандальная деятельность? Что? О, да, да. Сюда, пожалуйста. Идите за мной. Но никакого шума. Никому не хочется быть замешанным в подобном скандале. Понимаете? Да, разумеется. Обычно я маскируюсь, но в этот раз обронил всю одежду в Темзу. Ladies and gentlemen, feel what this is.
Mercy, please! Прошу прощения. Пароль. Балаклава. Прошу. А, министр Хайкен. Минутку. Это волокита всякого в гроб вгонит, а? Мне бы коня да саблю. И в правительстве все пойдет гладко, как на регате Хенли. Но нужда научит, и все такое. А теперь обсудим все как... Господи! А это еще кто? Все, тихо. Подлец! Увы, герою Балаклавы суждено пасть не на прославленных полях Крыма, но от ножа ассасина в стенах парламента. Вы все сказали? Торжествуй, подлец! Ибо ты преуспел там, где проиграли русские пушки и индийские тигры! Бери свой трофей и подавись им! Да-да, а можно еще что-нибудь о Балаклаве? Прощай! Прощай, моя Британия! Твоя заря померкнет, ибо граф Кардиган уснул навек. Боже, храни королеву и мой полк! Что за бред? Yeah.